Вот такие гаджеты пригодятся тебе в вылазке на природу. И когда ты досмотришь видео до конца, сможешь принять участие в конкурсе. Поехали смотреть! Всем привет, друзья! Лето уже на носу, и я решил показать вам 15 классных товаров для выживания, охоты и кемпинга, которые лично мне пригодились бы. Все ссылки на товары я оставил в описании, переходите и смотрите. А также нажимайте на этот колокольчик, чтобы быть в курсе всех видео, которые выходят на канале. Приятного просмотра! Патронтаж на 24 патрона. Предназначен для транспортировки и хранения боеприпасов к гладкоствольному оружию. Благодаря использованию системы Молли на обратной стороне патронтажа его легко можно зафиксировать к разгрузочному жилету, бронежилету или любому другому элементу снаряжения, который совместим с данной системой крепления. Также нормально фиксируется и на поясе, и на набедренной платформе. Подсумок патронтаж рассчитан на 24 патрона 12 калибра. Благодаря конструкции трансформер он запросто убережет запасы от песка, грязи и дождя. В то же время патроны всегда будут под рукой в нужный момент. Также его можно использовать отчасти как и аптечку первой помощи для транспортировки жгутов, бинтов и перевязочных пакетов. Раскладной походный стол. Идеальное решение для пикника, отдыха в саду или на даче. Стол и 4 стульчика легко складываются и раскладываются, не занимает много места в багажнике и их легко перемещать. Особенностью модели является стол-трансформер без ножек, крепящийся к складным скамейкам. Набор легко складывается в компактный чемоданчик, что позволяет брать его с собой в любую поездку на природу. Максимальная нагрузка на стол 50 кг, максимальная нагрузка на стулья 100 кг. Конструкция легко складывается в компактный чемодан. Высота стола 66 см. Вам будет удобно сидеть за этим столом. Длина стола 85 см. Места хватит на 4 крупных мужчины. Стулья, разложенные по бокам, позволят вам свободно встать и никого при этом не беспокоить. А также стол легко мыть струей из шланга. Компактный и мощный газовый обогреватель-трансформер. Лучший друг рыбака и любителя походов. Способен прекрасно обогреть любое помещение объемом до 6 кубометров. В частности, рыбацкие укрытия или палатку для 3 человек. Также имеет второе положение, позволяющее использовать его как горелку для подогрева и приготовления пищи. Сконструирован на основе высокопрочного и стойкого к перегоранию вольфрамового излучателя. Имеет свой отражатель для концентрации излучения и систему предварительного разогрева газа для повышения стабильности работы. Обогреватель легко включается с помощью функционального пьезоподжига. Использует для работы резьбовые баллоны. Очень необычные висячие палатки. Это совершенно новое сочетание палатки и гамака с возможностью усовершенствовать и строить целый город в подвесном стиле. Этот гаджет владеет всеми преимуществами гамака, вместительностью, безопасностью и комфортной палатки. Проблема с влажностью земли и ее неровностями просто перечеркнута. Подвесная конструкция имеет множество вариантов крепления, начиная от деревьев и заканчивая багажником машины, что делает ее весьма многофункциональным продуктом. Материал палатки устойчив к ультрафиолету, тент имеет хорошие показатели водонепроницаемости, плотный материал пола усилен стропой для распределения нагрузки от основных строп для растяжки. Браслет-трансформер. Плетеный паракордовый браслет с пряжкой из небольшого ножа-трансформера. Понравится и пригодится в любой ситуации. Браслет несет в себе ценность как источник паракорда, крепкого универсального шнура в нейлоновой оплетке. При потребности оплетку можно снять, а внутри паракорд состоит из 7 тонких нитей, которые могут быть использованы для рыбалки, изготовления силков для животных и других жизненно важных подручных задач. Небольшой нож, лезвие которого можно снять, позволит вам сконструировать копье или что-то другое и привязать лезвие как острие. Также нож можно использовать как брелок, отдельно от браслета из паракорда, что также очень удобно. Лезвие клинка вставляется в крепление пряжки и не принесет вам вреда при обращении с ним. Гермомешок. В путешествии всегда есть опасность, что сумки или рюкзаки случайно упадут в одну из горных речушек. Что тогда делать с промокшими вещами, документами, телефонами, ключами и другими ценностями? Как сохранить от ненужной влаги ценные вещи, документы, деньги или карты маршрута? Если вам требуется надежный защитник вашего снаряжения от влаги, легкий и удобный, то вот такой гермомешок – это именно то, что вам нужно. Изготовлен из сверхпрочного полиамидного материала, который не боится не только влаги, но и различных механических повреждений, царапин, проколов и трения.
будет уместен в любом виде активного отдыха – альпинизм, пеший, горный туризм, спелеология, водные виды спорта. Этот мешок позволит сохранить вещи туриста сухими в любой ситуации. Находясь в нем, они всегда будут в безопасности. Гермомешок водонепроницаемый, с защитой от воды, песка и пыли. С таким мешком вы никогда не будете беспокоиться о том, что вещи могут упасть в воду и промокнуть. Краска для цветного огня. Это уникальный новый продукт, который подходит для любого твердого топлива и принесет вам незабываемое удовольствие созерцания разноцветных языков пламени. Всем, кто любит огонь в помещении и снаружи, будь то костер в саду или огонь камина, обязательно понравится пылающая радуга. Превратите любой огонь в яркое шоу. Синие, зеленые, фиолетовые и красные огоньки. Порадуйте свою семью, впечатлите ваших друзей. Просто бросьте пластинку огненной радуги в огонь и наблюдайте за трансформацией. Каждая пластинка будет обеспечивать более получаса ярких развлечений. Маскировочный камуфляжный костюм. Куртка, кепка, перчатки и шарф. Маскировочный плащ с сетчатой подкладкой, изготовленной на синтетической основе из ткани полиэстера, с маскировочным покрытием из джутовой нити, с прорезями под карманы и фиксирующейся веревкой для подгона по размеру. Охотники и любители дикой природы, предпочитающие оставаться незамеченными, могут спокойно приобрести такой костюм, заказав прямо из дома, даже не выходя в магазин. С давних времен для пошива защитных маскировочных костюмов использовали самые разнообразные материалы, начиная от лоскутков ткани и заканчивая обычной травой. В наше время, когда технологии идут в ногу со временем, костюмы для маскировки имеют достаточно качественный и прочный пошив. Они изготавливаются самыми новаторскими способами, что делает их не только долговечными, но и практичными. В образе этого специфического костюма его создатели сумели объединить все необходимое для комфорта человека. Необычный тактический пауэрбанк. Все мы знаем полезные свойства пауэрбанка, особенно где-то на природе. Фишкой этого зарядного является сразу несколько особенностей. Это его вид, он напоминает рожок от автомата, что мне очень нравится и очень круто смотрится. И это то, что пауэрбанк заряжает от аккумулятора 18650 в количестве 3 штук. Как по мне, это очень удобно. Вы в любой момент сможете сменить разрядившиеся аккумуляторы 18650 на новые и дальше заряжать свои устройства. Корпус банка состоит из пластика и имеет один порт для зарядки USB. После разрядки банка вы можете подсоединить к нему кабель и зарядить севшие аккумуляторы, что также удобно. В общем, прикольный и очень необычный пауэрбанк. Охотникам, думаю, должен понравиться. Печка с тепловым генератором. Это современный туристический гаджет, который представляет из себя печь-зарядку, способную быстро приготовить пищу и одновременно подзарядить ваш мобильный телефон или любое другое устройство. Печь идеально подходит для пеших походов, рыбалок, кемпинга в местах, где нет доступа к электросети. Печка работает на обыкновенной древесине, ветках, шишках, хворосте, коре и других горючих материалах. Компактный размер и легкий вес позволит вам брать это полезное устройство везде и всегда. Продуманная конструкция походной печи позволит быстро разжечь пламя, что в свою очередь может быстро вскипятить воду или приготовить обед. Охотничья рогатка с дробью, стрелами и лазерным прицелом. Предназначена для спортивной и развлекательной стрельбы, выполнена из высококачественных материалов, обладает улучшенной конструкцией и позволит насладиться стрельбой в полной мере. Эргономичная рукоятка, дополненная кистевым упором, позволяет удерживать рогатку более устойчиво и тем самым стрелять более прицельно. Также на нее можно установить боковой прицел. Встроенный в рукоять магазин с механизмом выброса шариков позволяет вести быструю и комфортную стрельбу. Благодаря упругой резинке, выполненной из каучука, шарик, выпущенный из такой рогатки, способен поразить цель на расстоянии до 100 метров. Небольшой вес и складывающаяся конструкция позволяет удобно транспортировать рогатку в сумке, рюкзаке или даже на ремне. Острога рыболовная или же гарпун с 5 вилками с заостренными наконечниками крючками. Прекрасно подходит для загарпунивания щуки, так как гарпун предназначен для улова весом до 25 кг. Прочные металлические вилки удержат улов, а удобная телескопическая складная ручка поможет подхватить рыбу и вытащить ее на берег. Острие остроги имеет многолетнюю заточку, которая не боится попадания в камни или расщелины. Острога легкая, маневренная и удобная для загарпунивания рыбы, имеет фиксацию на различной длине рукоятки. Гарпун удобно использовать как с берега, так и с лодки. Складной надувной светильник для кемпинга. Данный гаджет представляет собой яркий диодный светильник на солнечной батарее.
Выглядит девайс как полиэтиленовый пакет, внутрь которого положили какое-то хитрое устройство с диодными трубочками по бокам. По большому счету так оно и есть. Тонкий аккумулятор, блок солнечных батарей и диоды. Само устройство упаковано в защитную пленку, которой не страшны ни вода, ни пыль. Пакет же вокруг них является что-то вроде абажура на люстре или отражателя настольной лампы, а также выполняет функцию спасательного круга для нашего гаджета, если тот решит поплавать. И как всякий спасательный круг, его нужно надуть. Чтобы гаджет заработал, его следует сначала подзарядить. Вы можете делать это прямо на ходу, повесив его на рюкзак или прицепив к полям шляпы. Главное, чтобы на него попадал солнечный свет. Заряжать батарею следует около 4 часов, что позволит гаджету светить следующие 6-10 часов, в зависимости от выбранного режима яркости. Туристический гамак с защитой от насекомых позволит вам отлично отдохнуть и восстановить силы после тяжелого трудового дня. Такой подвесной гамак наверняка пригодится вам на даче, в походе или на рыбалке. Москитная сетка прошита вдоль гамака с одной стороны, а с другой закрывается на молнию. Благодаря москитной сетке вы будете защищены от ветра и мелкой пыли. Сбоку туристического гамака имеется удобный кармашек, в который вы можете положить телефон, бутылку с водой или другие мелочи. Гамак изготовлен из прочного нейлона, крепится между деревьями при помощи специальных крючков и выдерживает вес до 200 кг. И это еще не все. Туристический гамак с москитной сеткой может вместить не только одного человека, а сразу двоих. Надувной диван, шезлонг, лежак, гамак. Еще его называют биван. Как ни зови, отдых от этого будет еще комфортней. Такой диван – идеальный вариант для отдыха на песчаном берегу моря, озера и речки. Полотенца или покрывало могут создавать дискомфорт. За аренду лежака на пляже нужно платить, в то время как биван решит все эти проблемы за несколько секунд и позволит вам полноценно расслабиться. Он многофункционален, прост в использовании, практичен, надежен и внешне привлекателен. Такой шезлонг станет незаменимым предметом в походах или на природе. Сложенный диван в чехол, его можно переносить в руках, на плече, в сумке, в пакете, перевозить в багажнике машины. Он не занимает много места и в любой момент будет готов к использованию, чтобы при необходимости в течение нескольких секунд превратиться в комфортное спальное место или скамейку. Крайне удобен и занимает мало места. Как вам сегодняшние гаджеты? Пригодились бы вам при отдыхе на природе? Что скажете? Жду ваши комментарии под видео, я их все читаю и мне интересно ваше мнение. Был рад сегодня для вас стараться. На канале также много и других интересных подборок, так что переходите и смотрите. Спасибо за просмотр и всем пока!